Здравствуйте, с вами Наталья Зотова, и я сейчас расскажу про инструмент «Комплексное заполнение» в четвертой версии программы Wilcom. Инструмент находится на панели инструментов «Традиционная оцифровка» или вызывается горячей клавишей F3. Инструмент позволяет создавать объекты с заполнением стежками под определенным углом. Работая с инструментом, мы начинаем ввод референсных точек объекта. Нажатие левой кнопки мыши ставит точку с углом. Правая кнопка мыши позволяет поставить точку с дугой, плавный изгиб контура объекта. При оцифровке объекта следует помнить, что контур фигуры не должен иметь пересечения. Такой ввод является неправильным. По окончании оцифровки контура объекта нажимаем клавишу Enter на клавиатуре. В принципе, для быстрого построения объекта обрисовка контура референсными точками – это достаточные условия для его создания. Если после этого несколько раз нажать кнопку Enter на клавиатуре, то мы получим готовый объект, а остальные настройки можно произвести уже после его создания. Настройки заливки объекта, соединителей, укрепления и другие производятся в окне «Параметры объекта». Это окно можно вызвать, нажав на выделенном объекте правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт «Параметры объекта». Хочу рассказать еще об одной приятной функции, которая появилась в четвертой версии программы Wilcom. На панели инструментов «Вышивание графики» мы можем обнаружить инструмент «Добавить отверстие». Как он работает? Выбираем объект, активируем инструмент «Добавить отверстие» и внутри объекта рисуем референсными точками контур будущей дырки. По окончании нажимаем клавишу Enter на клавиатуре. Программа нам предлагает сделать еще одно отверстие. Если мы закончили работу с этим инструментом, то дважды нажимаем клавишу Enter. Вот и все на сегодня. Более подробно о настройках и инструментах я рассказываю на своем курсе Wilcom «Базовые знания». Спасибо за внимание!